Школа номер 39 – одна из первых в Ангарске, чьи ученики надели форму курсантов. В 2004-м здесь открылся класс МЧС, а в 2010 году – ГУФСИН. За это время профильные классы стали визитной карточкой учреждения. Сегодня шевроны украшают одежду не только старшеклассников. С позапрошлого года у нас реализуется инновационный проект «Кадетский класс». Мы решили, что именно с 7 класса необходимо ребят набирать в кадетский класс по направленности МЧС и ГУФСИН. Ребята с удовольствием идут учиться в эти классы. И вот в этом году мы сейчас формируем 7 профиль «Кадетский ГУФСИН». Подали 60 заявлений. Нужно набрать всего лишь 25. Кинология, борьба, рукопашный бой, туризм. Занятия по профильным предметам ведут специалисты из МЧС и системы ГУФСИН. Важную роль в учебном процессе играет и внеклассная работа. Курсанты принимают участие в учениях пожарных и спасателей, проводят классные часы в школах и детских садах. В этом году все мероприятия были посвящены предстоящему юбилею. Наша школа всегда славилась о том, что мы занимаем большое количество призовых мест на всяких олимпиадах по ОБЖ. И в этом году мы преподнесли свой подарок школе. На региональном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ у нас было 7 призеров, 7 призовых мест. Я хочу поздравить весь педагогический коллектив, наших дорогих, уважаемых родителей, учеников, всех выпускников нашей школы с праздником. Хочется пожелать всем удачи, хорошего настроения. И, конечно, я, вспоминая те далекие годы, когда пришла в эту школу, с благодарностью, с добрыми, хорошими словами, помню тех педагогов, которых уже, к сожалению, и нет в нашем коллективе. Торжества, посвященные 45-летию школы, завершатся большим концертом во Дворце культуры «Современник». Поздравить учреждение с юбилеем прибудут представители Министерства чрезвычайных ситуаций и ГУФСИН Иркутской области. Евгения Шинникова, Михаил Тарышкин. Местное время.